Здравствуйте, друзья. Сегодня 16 июня 2020 год. Вот в таком красивом лесу. Я думаю, что вам слышно, как поют птицы. И сегодня мы опять собираемся что-нибудь насобирать. Не знаю, как это будет получаться. Вот находочка вот такая вот. Это маленькая лисичка прячется там. Но, как мы знаем, если что-то попалось, то обязательно нужно посмотреть вокруг. И вот, вот такие вот находочки, уже более крупненькие лисы. Вот это, смотрите, вот здесь вот красота какая. И малыш тут растет еще. Но подошли мы сюда, потому что издалека был увиден вот такой вот яркий, красивый кустик. Ну, сейчас мы к нему подойдем. Здесь вот я еще сразу обнаружил вот такую лисичку. Красота-то, а какая? Лишь бы это была не единичная находка. Вот какой красавчик попался, беленький грибочек. Вот она красота какая, да? Мы сегодня уже нашли несколько белых грибов. Они были абсолютно убитые уже, такие, что страшно смотреть. А лисички, это ж замечательно, они ведь чистенькие. Червячки-то их не едят. Видите, у них пластинки заходят на ножку. И полезны они. Вот кто, может быть, дома держит там собак, кошек. Насколько я знаю, поев лисичку, в принципе, такой эффект хороший получается. Нам погонять, что называется, глистов. Продолжаем собирать лисичку. А вот смотрите, видите, нес показать вот эту штучку. А вот поднес, а вот смотрите, в уголочке-то. Раз. И еще одна. Друзья мои, я в восторге. В этом году мы эту сыроежку еще не находили. Это один из самых моих любимых грибов. Сыроежка зеленоватая. Или по-другому, сыроежка чешуйчатая. В жареном виде по вкусу я ее приравниваю к цезарю, цезарскому мухомору, который считается грибом высшей категории. И вот грибов же бывает 4 вида, да, по первой категории, это самые высшие, вторая, третья, четвертая. Обычно сыроежки это четвертая категория, ну и несколько видов есть, относятся к третьей категории. Вот эта сыроежка, это вторая категория. Представляете, какая она вкусная. Спасибо, лес. А вот эти решили не только под листвой спрятаться, видите, но еще и под таким вот завалами деревьев. Сейчас пойдем подразгребем их и заберем домой. Пока я буду показывать свое грибное счастье, я попробую одновременно рассказать для местных кубанских грибников, где мы сегодня были. Может быть, им это будет интересно. С самого утра мы поехали в сторону Молдовановки. Это уже Туапсинский район. Но там как-то совсем было нам все печально. Очень много листвы очень толстым слоем. И что-то найти практически невозможно. Может быть, там что-то и было. После этого поехали на дорогу между Горячим Ключом и Хадыженском. Нашли там несколько белых, но белые были уже совсем старые. И в итоге вот хоть что-то начало получаться у нас. Между населенными пунктами Саратовская и Имеретинская.
Ну вот мы, в принципе, уже вышли к дороге. Сейчас будем садиться в машину. Корзинка у нас не маленькая. Итог выглядит вот так вот. Вроде бы не так уж много, но, как бы сказать, есть. Есть вот сыроежки, несколько грабовичков. А бабок чернеющий попался сегодня первый раз. Хочу сказать большое спасибо всем, кто смотрит мои видео. Уже на днях пришла статистика, что из Южной Америки есть просмотры. Спасибо. Много просмотров с Украины, Польша, Казахстан, Белоруссия. Спасибо всем.